чем фактически ларингит отличается от крупа? При ларингите воспаление гортани есть, но дыхание не затруднено, гортань не сужена. Поэтому при ларингите вполне может быть и признаки инфекции, и лающий кашель, и обсипший голос, но затрудненного дыхания не будет никогда. Это понятно? То есть вот если ребенок просто осип, голос исчез, пропал, но чувствует себя хорошо, ну то есть нет затрудненного дыхания, это и есть ларингит. Никто не уверен в том, не может быть уверен в том, что ребенок, который сейчас просто осип, не станет ночью задыхаться. То есть ларингит – это может быть начало крупа. Поэтому я обращаю внимание всех на тот факт, что любые изменения голоса у ребенка требуют, по большому счету, консультации врача. Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами. И будьте всегда в курсе последних наших новостей. Подписывайтесь на наш канал в YouTube.